Сегодня 14 мая, уже дело под вечер. Прогулялись с дочуркой сегодня. Мы здесь и занырнули в лесок хотя бы на часок. Как я соскучилась по этой природе, по этой красоте, давно уже сюда не заходила. В свой, так сказать, не очень далекий, близкий лес, который находится от меня, ну, буквально в нескольких метрах. Вот. Сейчас понаслаждаюсь этой красотой. О, как раз солнышко уже садится. Вот там, видите, за деревьями садится солнышко. И такая невероятная красота. А дышится как. Птички поют. Просто прелесть. Вот это здорово. Сейчас прогуляюсь немножко по лесочку, по которому соскучилась. Я уже давно сюда не заходила. Так поглядываю со своей фазенды. Он у меня, лес виден прямо с окна. Ну, с окна и со своего садового участочка. И я по нему уже очень соскучилась, потому что давно уже не совершала эти прогулки. Наверное, в марте месяце как ходила, потом, значит, в апреле у меня получилось путешествие на Северный Кавказ. А тем временем наш лес уже преобразился. Вот такая вот красота в нем. Березок, леса. Ну, сказка. Волшебство просто. Как же я поэтому скучаю. Сейчас я их пойду обниму. Пойду обниму их. Вот тоже вижу. Выжигали тут, видите? Есть немного подгоревшие. Вот она, березка. Обниму ее. Ой, пусть она мне добавит энергии. Вот. Классно, как. Просто супер здорово. Сейчас есть опасность, конечно. Может быть, и клещей поймать. Я что-то быстро собиралась. Ничего. Нет. Кепку только одела. И все. Ладно. Приду домой. Просмотрюсь. Ой, какая прелесть. Вот там вот солнышко за деревьями. Вон. Видно. А здесь вот такая прям, видите, тропиночка, по которой гуляй не хочу, так как ты один здесь в лесу с птичками и с этой природой невероятной красоты. Просто супер. Понаслаждаюсь я. Столько энергии получаю от этого. Радости и удовольствия, что не знаю, как это можно еще описать, передать. Эти чувства, это настроение. Шли с дочкой, и на полянке столько муравейников видели вообще. Очень много. То в одном месте, то в другом. Вот какой лес. Кругом меня лес. Вот шла оттуда. Уже вечереет. Время, наверное, уже 7 час. Я просто уже не удержалась, потому что сейчас очень много дел добавляется. Работы весенней полевой, огороднической. Вот. Но, в принципе, все равно можно взять да выбраться сюда. Ну, все никак как-то нет, не получалось. А тут воскресенье как раз. А то, думаю, май от меня убежит. Я и в лес свой не схожу. Вот так вот. Как это не сходить в свой лес, по которому ты так соскучился уже. Хочешь посмотреть, какой он весенний? То я его видела еще когда, хотя это был март месяц, но он был зимний, потому что снега много было. Очень. О, какой лес у меня. Вот верхушечки. Классные деревья. На это бы смотрел тоже вечно.
на этой природой, любовался бы вечно. Вот такой вот красотой. Супер! Буду я наслаждаться. Целый час точно буду, потому что мне все будет мало. Этой красоты. Ой, какие верхушки. Вообще классные. Посмотрите, какая прелесть. Птички, слышно, как поют? Солнышко вот там вот вдалеке садится. Как же это красиво. Как же это красиво. Я сегодня в лесу. Ура! В своем лесу. Бору. Не бору, потому что не сосновый. Тут березовый, осиновый. Ну, кое-где елочки попадаются, но там вдалеке немножко. Мы туда дальше прошли по дороге в сторону деревни другой. Вот, потому что на колясочке с внучкой, с дочкой. Они уже пошли, развернулись домой, а я занырнула в свой лесочек. Возможно, на часочек. Потому что не могу без него, просто не могу. Красота невероятная. Вот что-то увидит триколора. Смотрите, что приляпали там сидят. Не раз отдыхают. Еще немножко, и можно будет за грибами ходить. Но еще не было дождиков даже. Хотя влажненько в лесу. Тепла уже сейчас хватает вполне. Вот такая красота. Вот такая лепота у меня сегодня. Прогулочка по моему лесу. Ой, надышусь, насмотрюсь, налюбуюсь. И с новыми силами завтра в свой огород, сад-огород. Еще нужно засаживать его. Доброго всем вечера. У меня он сегодня вот такой вот прекрасный. С этими наедине с природой. Настоящий, живой, красивый такой. Приятного времяпрепровождения всем.